средневековую галеру «Таврида» достраивают в Судаке. Аналог древнегреческого судна конструируют энтузиасты в частной мастерской. Галера будет управляться веслами и специальными моторами. Спустить судно на воду планируют до конца июня, передает ТАСС. 4 месяца назад нам пришла идея построить старинное, античное, можно сказать, судно «Галера». Начали с истории Крыма, так как Крым был раньше Таврида, тавры населяли его. Весельный, грибной борт, можно сказать так, символично. Античное судно воссоздают с использованием современных материалов – фанеры и пластика. Отделку завершат натуральными материалами, стилизованными под старину. Длина судна более 18 метров. Над его созданием трудится 15 рабочих. Галера рассчитана на 90 пассажиров. По каждому борту по 15 весел. На них по 3 сменщика, которым придется грести по 10-15 минут. Галеру планируют использовать как туристический аттракцион, ресторан на воде или для спортивной гребли. Привлекать будем энтузиастов на пробный заплыв, заезд, если можно так сказать. Как оно будет в дальнейшем использоваться, будем смотреть на реакцию туристов, местных жителей. Если это будет пользоваться спросом, успехом, дай бог.